Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Сегодня у нас поход в магазин Party City. Сегодня нам нужен костюм французского генерала. Будем играть в Бородино. Нет, на самом деле в школе будет, как это сказать, как постановка у пятиклассников. Они все будут принимать участие, все дети будут в костюмах, девочки в платьях. Им там распределили, кто кем будет, и нам достался французский генерал. Вот нам дали два адреса, где можно в рент взять, но я решила, мы вначале зайдем... Сереж, покажи, что было видно. Так, где там? Мы зайдем в Party City, потому что что-то мне подсказывает, что купить его, что взять в рент будет одинаково, а потом можем и сами поносить еще. Так что гонимся в Party City. А еще мы пойдем потом вот в тот магазин, который напротив. Потому что диван еще не куплен. Да, диван не куплен, мы ходим на них, смотрим. Мы выбираем. А еще, да, а еще у нас вот такие вот розы красивые. Покажи вот этот кустик, ближе. Просто все цветет, все цветает. В общем, у нас началась весна. Краса в полной красе. Что-то каламбур, я так и сказал. Ну вот, идем в магазин. Что-то магазин какой-то пустой. Он вообще работает? Какие дела? Можно нам сначала решать эти дела? А, ну тогда идем в Bob's Furniture. Мы нашли костюм. В этом Walmart можно заказать. Да. Во всяком случае, надо. Такой костюм я Антоше показала. Мы решили, что он нам подходит. Что с размером не так? Это для взрослых костюм. Да, я боюсь, что если Антоше взять самый маленький, и что у него брюки будут какие-то длинные. Брюки, что там сапоги какие-то должны идти? Ну, в общем, под кроссовки пойдут, современные. Вот с Катаринкиным костюмом было проще. У них в этом году была постановка вокруг Калифорнии. Вокруг Калифорнии ей достался костюм добытчика золота
искатели. Одели клетчатую рубашку, джинсики, блин. Маечку. Все, папин налобный фонарик, свободно. Костюм готов. Ну, заходим в мебельный, по-русски говоря. Ну, у нас как будто только диван интересует. Мебельный так себе, не маленький. Кроватки мы даже смотреть не можем. А зрители интересуют спальные места. На кровати очень красиво. Да? Вот такое спальное место на двоих будет стоить 1599 каждый день. Это все будет стоить. Да, комплект вот с этой всей фурнитурой. Ты думаешь? Здесь написано, что сет. Где я не вижу? Сверху. Почему я не вижу? Комплект Queen Bedroom Set. Над красным ценником. А, блин. Ну какая-то стоит эта самая звездочка. Ну так вообще недорого, а вон 1199. Тоже сет написано. Mm. В него входит кровать, зеркало не входит. А, вот видишь, стрелочками показано, что входит в комплект. Что входит, что выходит. Mm-hmm. Ну так нормально. Пошли, мы посмотрим, какая вон та красивая. Mm-hmm. Блин. Тумбочка какая красота написана. Так что почем? Bedroom set 2000. Mm-hmm. Так лучше такую за 2, чем ту за 1400. Значит, что-то мне здесь кажется, что здесь кроватки нет. Кровати? Да, потому что на кровать стрелочка не стоит. А почему bedroom set написано? Может быть, имеется в виду, что... Для bedroom'а? Зеркало и комод. Смотри, эта тумбочка крутится. Видишь, подставка криво стоит. Угу. Да, это не диван, вот мне так кажется. Не похоже. Зато это кровать с кнопочками. Она складывается и раскладывается. Большая. Ну, в общем, вот с кроватями проблем нет. Смотри, какая высокая, классная. Давай потом еще как-нибудь в этот смотри слезть. На замочку. Вот это матрас, удобный, который у нас постоянно есть. Ползает. А вот здесь написано Sleep Center. Я так понимаю, можно кинуться и поспать. Смотри, судя по тому, что лежит вот это. Да, наверное, можно подлежать. Это можно ложиться и... Проводить испытания. Блин. Мне вот это очень понравилось. Какая вот это? А чем она тебе нравится? Нравится как-то. Вот она мне глянулась сразу. Не, мне больше там понравилось. Ой, это и матрас, видишь, он на этом самом. Сколько она? 1199. Он складывается и раскладывается кнопочкой. Так смотри, тут получается вот тоже вот это все без кровати 999. Не знаю. Что-то я уже тогда а не нет, понимаю. Подожди. Доступные опции. Короче, насчет всего надо спрашивать. Когда ни разу не покупал, сразу не разберешься. Да? Да, пошли диван смотреть, сказал. Ладно, идем смотреть диван. Мы смотрим только бежевого цвета. Хорошо? Нам надо углубиться, наверное, в междудиване. Нет, мы сюда не ходили. Мы идем против ценников и против света. Я хочу выйти туда и оттуда идти. Хочу выйти туда и оттуда идти. Диван размером с комнату. Я просто. Ну ты ищи, я подтянусь.
такие прикольные комплекты. Столы со стульями и обязательно есть лавка. Thank you. Yeah, thank you. Ну что ты нашла? Ну, мне там понравился. Диван своей мечты. Диванчик один, он очень красивый, но если бы вот он в бежевом цвете был, было бы очень красиво. А сколько он стоит? Скажи, что мы просто смотрим. You for much? Спасибо, до свидания. I don't even know. No, only this, my best friends, like my sister, from middle school, now, till now, we like this. You welcome, you okay, huh? If you have questions, just let me know. We also have cafe, tea, coke, I mean, coffee, tea, water. Cookies, candies, and ice cream. Thank you. Thank you. You're welcome. Так я не понял, мы идем пить кофе? Потому что если начнем пить кофе, то наверняка придется купить диван. Смотри, смотри, что у нас сделали. Блин. Я подсекаю. Или навешивают. Ну или навешивают. Так что, какой диван ты насмотрел? Ну, он мне, в принципе, нравится тем, что он просто аккуратненький. Ну, я тоже не могу сказать, что это... Нет. Как он Саша говорит, я вижу его, я хочу. Жираф. Жираф еще. Да, они как-то выглядят грустно, отрубленные шеи. Вот этот вечеринки мне нравится. Скромненько, не со вкусом. Ну, как ты хочешь, Зак. Он не будет, во-первых, он не будет высоко. Нет, да я ничего не буду. Смотреть этот самый телевизор, если... Угу. А сколько он стоит? Так, подушечка 39. Вон, смотри, точно такой же маленький еще стоит. Сереж, так ценника нет ни на маленьком, ни на большом. И есть кресло с пуфиком для него. 499. Ну, значит, диван 699. You just need sofa? Okay. For two piece this 1199. Sofa only. $649 for sofa. Ну, я почти угадал. No. No three pillows, no. Only the bed, yeah. You can make also sleeper. The sleeper is going to be... $949. Very nice, huh? Thank you. You're welcome. You're welcome. 649. 649. А я сказал 699. Да, видишь, как я угадал? Без спального места. А если вам раскладывалось? Как спальное место. 849. Или 900. 800 я что-то понял. Ну, я считаю, наш просмотр можно считать оконченным. Да? Thank you. Если думать, может быть, все-таки, который как снипер раскладывается, зайка? Или, может, который сам состоял? Тебе ж не нравится. Меня подписчики уговорили. Ой, кот. Ну, не знаю, куда мы сейчас идем? Так, у нас еще есть 40 минут свободного времени. Прям вот просто... Зай, пошли просто... Бардингтон? Купальник. Купальник? Купальник? Пошли за купальником. Бардингтон пошли, слушай. Купальник, это нам надо. Я бы его выказала. Да. Простите. Я вообще не хочу, чтобы дети на мотоциклах ездили. Я так боюсь. Они не будут ездить, мы им не купим мотоцикл. Да, Сереженька. А потом будешь, блин, ну, у тебя разрешение спорт.
Ой, вот. Сумки пойду посмотрю, я закупаю. Ну, пошли. Давай посмотрим сумку Биби. Это же, оказывается, бренд. Сколько он стоит? Сколько? Было 129. Да, наверное, здесь. А посмотри, сколько она стоит. Так я не вижу. А, вот такая же. 24,99. Ладно, Зай, пошли купальник посмотрим, а то мы сейчас действительно... Короче, со 129 на 25. Коляна, давай посмотрим. Ну, сумки же интересно всем посмотреть. Знаешь, как мужчины любят сумки, женщины выбирают? Да. 70, а сколько стоит? Возьми, 111. А рядом вот какая-то желтая висит. Какая? Ой. Это что за тахари какие-то? Стоило 60, ценник так. Не, ну 60 это дешево. Зай, ну что? Ниже 120 не смотрю. Разговариваешь, как это самое. Не, ну просто эти биби и коляны такие дорогие. Сколько стоит? Вот такая модная пляжная мини-бикини. 70 это было. 148. Ну так просто на ней такой. Ой, собачка просто. Сколько собачка? Давай посмотрим. 35. Мы позавчера обсуждали с детьми возможность покупки собаки и сошли, что это будет французский бульдог. Я всем быстро доразвила. В общем, такая рюкзачок этот не дешевый. В общем, цена на французского бульдога тоже не дешевая, я узнала. Ну, ты нашла очень дорогого. Зай, да я единственная, которую нашла. А вот этот Томми сколько стоит, Зай, ты посмотри? 29. Это я уже оттуда вижу. Так. Ну что, идем в купальники? Мы медленно продвигаемся в нужном направлении. Вот еще один Томми. Они вдвоем продаются или как-то я снял? Нет, Сереж, ты снял неаккуратно. Неудачно повесили. 27,99. Это пристроил. Это, кстати, Колян был. Зай, то, что ты пристроила, это Колян за $70. Ну, ты знаешь... А бабушка вот твоя не с таким Коляном в магазин ходит? Не, не с таким. Нет. У нее в магазине. Блин, ну... Не из прошлой коллекции. Не из прошлой? Не с этой, не с такой. Блин. А вот этот вот рюкзачок интересный. Тоже коляновский. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Оп. 70. А был 168. Вот так. Поехали дальше. Ну что, клатчики, калачики? Смотри, Зай. Что почем? $20. Mm-hmm. Сумка стоит больше, чем в нее влезет денег. Хотя смотря какими купюрами. Кредитку можно положить. Все, я увидела купальники. Я, наверное, пошла в купальники. Наверное, да. Пошли в купальники. Мы сейчас так походим. Вон, смотри, купальные эти всякие платья, да? Да. А ты в своих размерах посмотрела? Да, я посмотрела. А, ну вот еще. Да, они все идут без юбочки, без платьица. Так, может, платьица отдельно купить? Зайка, у меня есть платьица. Мне надо купальник с шортиками. С шортиками или с юбочкой. Вот юбочка. От чего-то.
какой-то тон, но он как-то выглядит небольшим, мне кажется. Ну, здесь юточка такая же. Одно название. А вот, смотри, какой есть. Что-то хочешь смотреть? Да нет, мы так сегодня просто. Просто гуляем? Да. А что ты еще хочешь показать? Ого, хочешь показать мальчиковую? Показывай, Джеки. Сколько с красным ценником? 19. 20 долларов, грубо говоря, да? Угу. Держи. Модно, молодежные нитки висят. Ладно, я пойду тогда еще обувь посмотрю. Пошли. А вон курточки тоже. Ну, это, я думаю, Зайка, да. Главное, не очень хотелось бы. Ты пойдешь мальчиковую обувь показывать? Нет, с тобой буду. Будем за тобой подсматривать. Кроссовки-балетки. Кроссовки-балетки. Стоит. Смотри, с красным ценником 29 долларов. Ну, да классные такие, мне нравятся эти кроссовочки. Кроссовки-балетки, вот они. А вот, смотри, кроссовки-дырявки. А беленькие лучше смотрятся, вам беленькие оставь такие же. Что у них с ценой? 30. 30 долларов. А где белые такие? Белые. Ага. Хотя белые уже как-то выглядят поджелтевшими. Ну, их потому что замерили уже. Тяжеленные, кошмар. Ужас, какие тяжелые. Ну что ты уже нашла? Я ничего не нашла, просто только рассматриваю. Смотри, какие модные стоят. Расшиты. Не хочешь посмотреть? Нет, это же этот, Карл. Спасибо, я воздержусь. Ну серьезно, ну что ты уже воздерживаешься? Мне не нравится. Не нравится? К сожалению. Че, рядом с генеральским костюмом было очень хорошо. Блин, ну они такие приятные материалы. К сожалению, я не попаду на эту самую, на представление. Ты точно не видел? Зайка, я где не чистил. Я могу, нет, конечно. Я говорю, мне они понравились. Нет. Я буду в этом. На уши дырки поносики. Где же? Это очень маленький размер, да? Какой размер? Шестерка, но не такой же маленький. Смотрится очень такими аккуратненькими, да? Изящными. Эти развалились. Такие кинулись отдыхать. Что-то такие еще интересные. Цвет у них насыщенный, да? Цвет, да. А вот это что за экспонат? Блин. Смотри, еще нарядные. Коктейль ходить откушать.
Отпивать почему? Сколько эти дырки стоят, интересно? Блин, $11. Не хочешь померить? Чисто, чисто померить. В общем, мы перенеслись в Росдресс Фалес. Да, увидел кроссовочки маленькие. Дороговатые. 22,99. Ну что, куда идем? Идем в купальники. Да нет, пойдем с тобой. Начинаем выбор купальника. Что нам Майк предлагает? Просто какой? Нырятельный. Угу. Просто нырятельный. Вообще какой-то большой. А, ну как будто мне здесь с попутанными размерами. Не стой так надо мной. Не стой надо мной, говори что-нибудь. Ну ты говори, что ты выбираешь, что ты смотришь. Я выбираю купальник. Логично. Я хочу, чтобы он был либо платьишко, либо маечка с шортом. Здесь. Короче, они очень запутаны все. Они какой-то большой очень. И вешалки у них не правда. Да, давай ты без меня съедешь, купишь и скажешь, все носи это. Ну вот, смотри, какой платьишко хороший. Цвет, правда, как-то я не мне знаю. Мне цвет не нравится. Мне нравится? Мне тоже. Остатки. Вверх или вниз, да? Нет, здесь. Что вот эти вот 14-16 сверху, значит, это размеры или что? Вообще должны быть размеры, но я вижу, что они все в кучу. Да. Не соблюдали. Все там уже совсем большие пошли. В общем, с купальником беда. Да нету никакой беды за это. Не покупается. Не покупается что-то. Очень прикольные платьишки. Мне понравилось вон то платьишко с волной, вот это вот такое интересное, смотри, я покажу.
Тебе то с волной не понравилось белое? Нет. А? Нет. Вот это вот, смотри. Ну, нет. Нет. А вот это в горохе? Нет, котенька. Да. Ну что тогда, по машинам? Нет, тогда машина. Ну, поехали. Да, быстренько глазочком пройдусь, может, что увижу. Но ничего не вижу. Как-то вот так. Потягались, ничего не увидели. Модные джинсы давай покажем. Вот эти с карманами. Покажи, какие у них карманы. Нет. Сзади. Вот такая вышивка. Мама, не горю. Ну, пошли. Поедем в Рент. Следующий репортаж. Включение из Ренто, из магазина. Для рента. А вот, кстати, трубочки давай покажем, про которые мы рассказывали. Опа. Вот такие вафельные трубочки. Если кто смотрел раньше, сколько здесь грамм, давай за их найдем. Вот она. 283. Угу. А стоит 3,99. А больше банка есть? Тоже 283. Тоже 3,99. Ну, вот такие варианты. Все, двигаем в Рент костюмов. Торренси это так называется. Ну, видимо, он отсюда строился. Это его даунтаун. И вот мы прямо перед магазином идем в магазин, в котором можно брать костюмы в Рент. Смотри, тебе не кажется вот этот вот костюм на первокласснице? Я чуть-чуть не поздоровалась. Да я видел. Ну вот так вот забавно здесь все. Такие у меня. French General. Thank you.
уже говорит, миссия completed. Mission completed. Да. Мы взяли в аренду костюм, но его мы не забрали. Но мы его не взяли. Нет, ну подожди, мы оформили все документы. Мы его будем забирать на Канкуне. В общем, дело в том, даже с генеральскими погодами, за что я сразу переживала, что погоды нет. Дело или в том, что... Погода. Дело в том, что его дают в аренду на 3 дня. Нет, ну можно брать на сколько хочешь, но минимальная цена и минимальный рент это 3 дня, $75. $75. Каждый день просрочки $15. Да. Поэтому мы, а так как мы имеем документ, в котором нет Антошиного класса, и мы не знаем, в какой день он будет выступать, значит, мы сейчас все уточняем и приедем брать накануне. Мы бы все равно его накануне брали, даже если бы знали. Да, только, да, что просто мы думали, что, почему, ну, типа, может быть, плата какая-то за месяц или еще там что-то. Которые раздавали в школе, указаны все 5 классы, кроме 31, в котором учится Антоша. Ну, ну, главное, что мы нашли этот костюм. Это первый опыт брания костюмов в рент. Поэтому как бы мы узнали, познакомились с ним. Сейчас осталось только на пальце. Наверное, мы еще не будем этот флаг закрывать, а увидимся в костюме.